โรงภาพยนตร์ในรัสเซียกำลังร้างคนเพราะแทบไม่เหลือหนังเข้าฉายจากมาตรการคว่ำบาตรชาติตะวันตกที่คว่ำบาตรการส่งหนังฮอลลีวูดมาฉายในโรงภาพยนตร์รัสเซียด้วยนับแต่วันที่24กุมภาพันธ์ที่รัสเซียเริ่มปฏิบัติการทางทหารในยูเครนค่ายภาพยนตร์ยักษ์ใหญ่ทั้งดิสนีย์ยูนิเวอร์แซลSony Pictures, Warner Brothers และ Paramount ต่างหยุดเผยแพร่ภาพยนตร์ในรัสเซีย оцениваю эту ситуацию как крайне тяжёлую, но не катастрофическую, с учётом того, что мы уже неоднократно проходили различные кризисы, каждый был не похож на предыдущий. Мы рассчитываем, что будет всё-таки диверсификация контента, мы рассчитываем, что будет рост российского кино, интереса к нему, и спустя какое-то время, надеемся, что не позже, чем через год, мы вернёмся к показателям, на которых мы были до 24 февраля. ชาวรัสเซียกำลังขาดสิ่งบันเทิงเพราะ Netflix และบริการสตรีมมิ่งอื่นๆก็คว่ำบาตรเช่นกันส่วนโรงภาพยนตร์ก็ล้วนแต่เป็นหนังรัสเซียและต่างๆ Поэтому главный для нас вопрос это контент. И наша задача сейчас собрать как можно больше разного кино со всех точек мира. И я уверена совершенно, что зритель российский будет не то чтобы привыкать, но он откроет для себя в этих фильмах совершенно новые смыслы. Новые ориентиры. До 24 февраля структура рынка предполагала, что 80% это иностранное, преимущественно американское и европейское кино, и около 20% это российское кино, которое традиционно не выходило активно в летние периоды, в основном на Новый год. В то время как иностранные картины практически каждую неделю в течение года были большие премьеры. И это, конечно, мешало здоровью конкуренции. สำหรับคนในอุตสาหกรรมภาพยนตร์แล้วการบุกยูเครนทำให้วงการหนังโรงรัสเซียต้องหยุดชะงักเพราะความร่วมมือทำคอนเทนต์คุณภาพกับต่างชาติต้องหยุดลงไม่มีกำหนดDля нас сейчас закрыто развитие, да, то есть развитие в чем? Когда вы выходите на международный проект, то есть вы становитесь, допустим, частью проекта Netflix, проекта не российского, но вы делаете там часть работ. Для вас это очень большой стимул и толчок для того, чтобы развиваться и делать в том числе лучшее российское кино. Сейчас мы этого тоже лишены, хотя это было... เครือโรงภาพยนตร์ใหญ่อย่างคาโรยอมรับว่าแม้วิกฤตยูเครนจะสิ้นสุดแต่ต้องใช้เวลาอีกพักใหญ่กว่าพวกหนังฮอลลีวูดและจากยุโรปจะกลับมาฉายในรัสเซียอีกВ остальном российский рынок был абсолютно открыт. Мы показывали вообще все в огромных количествах, не существовало никаких запретов, никакой регуляции. И, конечно, возвращение в Россию для студий можно предположить, что оно не будет простым. Личные вещи и отключить мобильные телефоны на